В Доме культуры поселка Афипский прошло торжественное мероприятие в рамках года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации в целях повышения престижа профессии. В зале собрались представители сферы образования Северского района и ветераны отрасли. Вы делаете одно важное дело. Вы делаете будущее. И делаете это очень достойно. Педагоги-наставники – это не только школьные учителя, но и преподаватели дополнительного образования, музыкальных и художественных школ, тренеры, которые учат спортивным дисциплинам и формируют характер и твердость духа своих подопечных. Один из них – тренер по вольной борьбе Магомед Павлович Хардаев. За 29 лет работы в ДЮС США станицы Северской он стал практически легендой. На сцену поднялись его бывшие ученики. Он вырастил множество мастеров спорта, спортсменов международного уровня, участников олимпийской сборной страны. Теперь уже и они передают свой опыт следующему поколению, но своего тренера помнят всегда. Он помог, направил, поддержал. Их успех во многом и его заслуга. Педагоги обладают определенными качествами души, ежедневно совершая подвиг самоотречения, вкладывая все, что имеют в своих подопечных. Несколько педагогов из Северского района, сменив учебный класс на окоп, стали участниками специальной военной операции на Украине еще в 2022 году. Один из них, Эрик Варданян, приехал домой на время. В зале под бурные аплодисменты герою вручили цветы. За многолетний плодотворный труд отметили и ветеранов отрасли образования района. Некоторые основали даже целые педагогические династии. Например, как Альфред Дмитриевич Егоров, посвятивший более 50 лет жизни педагогике. Эти люди стали наставниками не только детям, но и молодым специалистам, приходящим в профессию. Все больше талантливых педагогов участвуют в краевых и всероссийских конкурсах, одерживая победы и занимая призовые места. Отрасли образования Северского района всегда есть кем гордиться. Наставник – это звание несут только самые заслуженные и достойные. Те, кто живет ради наших детей, ради нашего будущего.